Здравствуйте, в эфире Азов-Инфоспорт, в студии Александр Истомин. Впервые в городе прошел открытый чемпионат по армрестлингу и армлифтингу. В двух дисциплинах выступали профессионалы и любители из Азова и Азовского района. Кто оказался сильней, вы узнаете из репортажа. В Азове завершился первый открытый чемпионат по армлифтингу и армрестлингу. Принять участие мог любой желающий, для этого нужно было всего лишь зарегистрироваться. Организаторами мероприятия выступили Академия фитнеса и отдел по физической культуре и спорту администрации города. Чемпионат проходил во дворе Дворца культуры. Участие приняли почти 50 человек. Житель Азовского района Николай Лисицын никогда не занимался силовыми видами спорта, но смог стать победителем в армлифтинге. Первый раз узнал, что соревнования здесь будут проводиться по этому виду спорта. Решил себя попробовать просто. Победа всегда нелегко дается. Зрители и ведущие отчаянно болели за каждого спортсмена. Не обошлось и без рекордов. Абсолютным фаворитом чемпионата стал начинающий спортсмен Андрей Диков, которому удалось поднять 105 килограмм. А это уровень мастера спорта международного класса. Интенсивные тренировки каждый день, здоровый образ жизни, правильное питание. Именно армлифтингом занимаюсь последние только полгода. А так, тяжелая атлетика в зале, железо. Второй этап чемпионата – соревнования по армрестлингу. Перед началом борьбы тренер по этому виду спортивных единоборств Николай Марсуев объяснил участникам все тонкости проведения схватки. Мы сделали прямоугольник, принцип прямоугольника. Это заключается в том, что видите плечо ваше, и рука должна, не должна выходить с этого положения. Если сюда выйдет, судья будет вас останавливать, то вы в этом положении может рука просто сломаться в этом районе. Имейте в виду. Поэтому мы делаем принцип прямоугольника и будем держать, где будет придерживаться этих правил. Трем участникам удалось завоевать призовые места в двух видах спорта. В тройке лидеров по итогам общего зачета Влад Мирошниченко, Алексей Татаринцев и Андрей Ковалев. Олеся Слынько, Игорь Скуднов, Лаура Иванова, Наталья Пославская, Азов.Инфо. Почти 100 пловцов из трех городов Ростовской области приняли участие в первенстве Азова, посвященного памяти ветерана войны Ивана Ярового. Наш город представляли 45 воспитанников областной спортивной школы номер 9. Городское первенство по плаванию, посвященное памяти ветерана Великой Отечественной войны, кавалера трех орденов славы Ивана Ярового, прошли сегодня. В соревнованиях приняли участие пловцы двух возрастных категорий из Азова, Батайска и Гукова. На торжественном открытии присутствовал сын ветерана Александр Яровой. От всей души благодарю вас, от всей семьи, за тех, кто примет участие в соревнованиях. Пожелаю вам всем успехов, но кто не победит, приятно только участвовать. Наш город представляли почти 50 спортсменов. По словам старшего тренера по плаванию областной школы Олимпийского резерва номер 9 Роберта Паатова, азовчане выступили достойно. Ребята, они старались, видно было, что старались. Показали это лучше, чем обычно на тренировках. Вот, из 20 призовых мест, которые давали за первые места, 16 были выиграли наши участники. Из 12 мест, которые были награждены за 2 и более, около 7 человек также получили наши участники. Несмотря на хороший результат, еще есть над чем работать. Мы, тренерский коллектив, и я как старший тренер, остались довольны. Заметили, что есть какие-то ошибки, есть где-то какие-то недоработки, которые надо исправить. Надеемся все это исправить и на область выйти уже с лучшими показателями. Почти половина азовчан в течение первенства выполнили программу второго взрослого разряда. Теперь достижения нужно подтвердить на областных соревнованиях, которые пройдут осенью этого года. Александр Истомин, Евгения Симакова, Азов.Инфоспорт. Футбольный кубок Победы среди школ города завершился сегодня. Это ежегодные соревнования, которые объединяют немалое количество учащихся. Финал прошел на стадионе «Сдюшор номер 9». За звание победителя боролись команды 9 и 14 школ. Финал футбольного кубка Победы прошел на стадионе областной спортивной школы номер 9. Игра была напряженной. Футболисты обеих команд старательно пробивали дорогу к воротам соперника. Несмотря на большое число атак, счет не был открыт до конца второго тайма. Судьба кубка решилась во втором отрезке дополнительного времени. Футболисты 9-й школы сумели реализовать атаку. После гола у спортсменов, вероятно, открылось второе дыхание. Уже через 4 минуты разрыв составил 3 мяча.
Дать достойный ответ на такую серьезную заявку на успех футболисты 14-й школы не смогли. Сложная игра была. Старались, до последних минут бились. В первом тайме, конечно, нам не повезло немножко, было трудно. Отыгрывались в обороне только. Ну, в дополнительное время получилось. Штрафные хорошо вовремя стали получаться. Ну и забили, постарались. Ну, в общем, вся команда хорошо сыграла. Каждый старался. Участие в Кубке спортсмены отдают дань памяти воинам, сражавшимся за будущее и завоевавшим победу высокой ценой. Соревнования в честь наших дедушек, бабушек, прабабушек, прадедушек, так как они воевали за нас. И хорошо, что такой турнир получился, что мы их помним, чтим. После матча прошла церемония награждения, на которую также были приглашены финалисты турнира «Кожаный мяч». Напомню, второе место заняла первая школа. Победителем стала команда 11-й школы. Также были награждены лучшие игроки обеих команд. В Кубке Победы лучшими футболистами стали Станислав Соколов из 9-й школы и Евгений Лукин из 14-й. Евгения Симакова, Александр Истомин, Наталья Пославская, «Азов-Инфоспорт». Это все о спорте на сегодня. Следите за пульсом спортивной жизни.